13 сентября. Я сейчас нахожусь на пересечении Тимура Фрунзе. Вот там домик как старенький, это больница какая-то. И улица Рассалима. Вот, вот здесь такой домишко. Вот тут туда она идет. Вот здесь вот лечебные центры. То есть, ну вот эта улица, она названа в честь Рассалима. Это как очень известный невролог, который основатель детской неврологии в России, в Российской империи, то есть в России. Вот еще в 17 году были открыты там больницы, центры и так далее. То есть вот. Но эта улица, она такая. Вот, ну вот здесь вот как раз вот деревянный домик там тоже был. К больнице, относящейся, да. Это отделение физиотерапии, лечебный центр, отделение там косметологии. Вот. А Рассалима, она идет вот туда вперед и долго-долго продолжается. Достаточно долго там. Потом он переходит в другую улицу. Вот. То есть вот здесь вот это.